Всем привет, меня зовут Красный Шарик, и на меня сразу же нападают зомби, ребят. Это мои новые какие-то противники, которые поселились в этом дремучем лесу. Я без понятия, что они тут забыли, но их нужно точно зачищать. Потому что зомби — это злые ребятишки. Так, кнопка. А, тут штука эта выезжает, да? Так, поехали быстрее. Быстрее, она сейчас назад заедет туда. Вот. А, ай-яй-яй. Так, зомби. Получи. Маленький тот зомби. Ребята, вы мне пишите в комментариях, что вы хотите вообще увидеть. Может, какие-то видео или идеи, с кем сразиться Шарику. Я обязательно их исполню. И давайте, ребятушки, с вами дружить. Пишите мне, сколько вам лет, откуда вы, как вас зовут. Будем с вами знакомиться. Добавляться будете ко мне еще в друзья потом. Так. Так что я вас жду. Ой, ну давай ты запрыгни сейчас, чтобы было все круто, хорошо? Шарик, ну хватит тебе меня нервировать. А сюда теперь как? Вот как надо было запрыгивать, не то, что ты там что-то делаешь такое. Так, звездочку мы вроде бы собрали, да? А, ну хорошо. Хорошо, дальше мы-то подвигаемся. Так, а что у нас тут? 3 зомби-ниндзя, еще один зомби маленький. Смотрите, как они прыгают синхронно, да? Мы сейчас их всех распилим. Ха-ха-ха, бойтесь, пилы, бойтесь. Так, все, распилили мы этих зомбиков. Так. Эй, пила, ты это, меня только не трогай, слушай, я ж как бы лесной житель. Они тут неизвестно откуда взялись, эти зомби. Наприходили тут мне. Вот. Вот каждый раз я не могу запрыгнуть здесь. Сколько я не проходил мимо этого леса, постоянно я здесь падаю. Так, это нет какой-то супер надо разгон, что ли? Вот, отлично. Так, а вы тут что стоите, меня тут поджидаете, да? Сейчас я тебя раскачаю, и ты упадешь. Ну, что ты не падаешь-то? Ладно, придется прыгать тебе на голову. Он мне еще язык успевает показать. Ну вы представляете, а? Что он себе позволяет, этот зомби? Даже не знаю. Так, кто мне откроет тут проход? А, ты мне тут помог. Ну я за это тебе на голову прыгнула. Палачи! Так, ну вроде бы как и отблагодарили его, но знаете, зомби долго в лесу задерживаться не должны. Тем более в моем, это мало ли тут еще натворят делов. Так, а мы их пока что нейтрализуем. Опля. Так, сколько их еще осталось? Нужно бы подсчитать как-то, ну жалко, что мне всех не видно. Мы сейчас прыгнем, зададим движение и сюда вот так встанем, да? Вот, прокатился. Теперь отсюда нажимаем кнопку и проходим дальше. Катимся. Так, а что это здесь? Нажимаем кнопочку. Ой, ее ж нужно подождать, да? Или нет? Или потом? Ай-яй, ну сейчас выключится все. Так, не нужно, чтобы мне ничего здесь выключалось. Так, раз, прыгаемся. Эй, да как я не долетел-то? Вот, хорошо. Хорошо, отлично. Вроде бы спра... Не-не-не-не, мне нужна тут звездочка. Я эти все 3 звездочки заберу я. Так. Ниндзя, ты что тут забыл? Я тебе что, разрешал на меня прыгать? Так, еще один. А как мне с помощью него кнопку-то нажать-то? Вот оно как. Так, там нет больше никого-то, мало ли. Да сколько у вас там никому? Что у вас там? Берлога, логово какое-то. Эй. Так, ну, вроде бы их нет. По-моему, всех перебили, да? Так, или хотя, знаете, нужно убедиться, а то сейчас пойдем, и они тут останутся. Давайте постучим им. Алло, открывайте, иди. Так, ну они, наверное, пошли спать. Обиделись на меня, пошли спать. Ну, а что же обижаться-то? Это законы джунглей, ребят. Я надеюсь, вам понравилась серия, вы подпишитесь на меня и поставите лайк обязательно. И давайте дружить, ребята, пишите мне в комментарии, я буду вам отвечать. Всем пока. Всем привет, ребята, меня зовут Красный Шарик, мы находимся с вами в каком-то дремучем лесу. Я, может быть, здесь и бывал, но здесь появились какие-то странные существа. Начали тут обитать, пока меня не было, ребят, представляете? Так, это, по-моему, зомби! Получайте, зомбик маленький. Так, интересно, кто же у них самый главный? То так получается опасно все-таки зомби дело иметь. Ну, мы пока что пробрались тут возле этой чащи, осталось только вот так перепрыгнуть, еще здесь... Напрыгаемся сейчас вдоволь и пройдем. Так, вот эти пилы, конечно, мне не нравятся, потому что они меня могут задавить. Ой, это довольно-таки опасно. Так, а мы вот так перепрыгнем, и проблем у нас никаких, надеюсь, я не будет. Так, кто у нас там дальше на подходе? Еще эти злодеи маленькие. Так, звездочки мы все вроде бы собрали. Что у нас здесь? Так, ты меня поджидаешь туда, негодяй? А ну-ка, сейчас я тебя перепрыгну. Вот. А теперь попытаемся прыгнуть ему на голову. Пэм! Эй, ты чего? Так, ну он как-то нас успел придавить. Так, ребята, ну мы вроде бы с ними справляемся без проблем, так что тут почему закрыта кнопочку нажать? Сейчас нажмем без проблем, все у нас будет хорошо. Вот. Ребят, вы мне пишите, кстати, в комментарии, какие мне игры поиграть, обязательно хорошо.
Так, или же предлагаете с кем сразиться красному шарику? Так, мы вызовем любого на поединок. Так, вот сейчас пила поедет назад. Так, ну мы успели. Мы успели, и пила нас это не застала. Ух ты, малыш, ты тут сразу на меня нападаешь? Да ничего у тебя не получится. Так, вот, тут мы тоже перепрыгнули. Отлично. А, ниндзя тут у нас получается зомби. Хорошо, хорошо. Ой, получил ты, малыш. Так, я тут вижу звездочки, опять эти зомботятинки, с которыми мы справимся. Запрыгивай немножко выше, и тебя тоже по голове. Так, ну тут кнопочку нажмем, спрыгнем и покатимся искать. Искать, кто же там бродит-то по лесам. А, тут они сами открываются, эти штуковины. Так, вроде бы запрыгнуть с них получилось. Ой, кого-то мы придавили. Так, нет. Ты что, мне хотелось задавить бревно-то огромное? Я думал, ты не поможешь, тут оно меня задавить пыталось. Нет, ну нормально. Ой, вы видели? Ха, перекатился зомбачок. Получи, маленький негодяй. Так, нажмем кнопку. У нас тут выдвинется платформа, с которой мы вот так вот прыгнем. Теперь ты, маленький злодей. Так, что у нас тут? Тут у нас... Ай, ты чё? Ты откуда там вылез, ты? Ах, ты ж маленький негодяй. Вы посмотрите на него. Так, ну отсюда мы не запрыгнем, поэтому придется нам с этой стороны забираться, да? Вот, отлично, то, что нужно. Только вот бы звездочку забрать. Так, сейчас. Вот, звездочку забрали. И отсюда тоже как бы нужно попробовать. Эй, а почему наверх ты не допрыгнул-то? Там же можно было вроде бы-то, а? Так, что за подстава? Это меня устраивает этот чудный старый лес. Пиу. Пиу. Все, всех зомбачков мы успешно задавили. Так, а что тут у нас будет? А, ниндзя типа, да? Ну, ниндзя, ты прощайся. Потому что тебе недолго осталось. Ух ты. Ух ты. Вот, отлично. Так, вроде бы получилось. Что дальше будет? Так, ну бревно-то бревно, а что мне дальше делать-то, а? А, закатить его нужно наверх. Ну да закатим, без проблемочек. Все у нас будет отлично. Так, ой, пила, я слышу пилу. Так, кнопки сейчас понажимаем, пока там пила катается. Ой, ты нас только не задень, хорошо. А, что? Это как я упал-то? Как это я мог упасть-то? Я не понимаю. Так, что за подстава? Ребята, вот такая у нас получилась веселая серия. Надеюсь, вам понравилось. Вы мне поставите лайк и подпишитесь, ребятки. Ну что ж, до скорых встреч и всем пока. Всем привет, меня зовут Красный Шарик, и мы начинаем проходить против зомби сражение. Ай, ну только я сейчас упал. Сейчас, не выключайте, сейчас они вылезут, вот вы увидите. Сейчас будут зомби, я вам обещаю. Вот он. Так, ну только это треугольник, а в нем внутри зомби сидит, тут запрятался. Вы такого еще, наверное, вообще не видели. Так, ну давай, скатывай туда эту штуку. Вот, все, скатил, отлично и без проблем. Так, теперь этот огромный шар, который туда катится. Нужно на него как-то запрыгнуть, только аккуратно. И вот здесь-то мы пройдем. Теперь на зомбачков попрыгаем. Два. И у нас будет босс, ребята. Ничего себе. Босс? А ну-ка посмотрим. Ух ты. Обалдеть, вот это у него челюсть. Ты чего, тоже зомбированный, что ли? А ну получи. Да хватит гнаться за мной, а? Да успокойся ты. Кто вы вообще такие? Только поразбирался тут с вами. Ха-ха, получай. А, ух, он чуть меня не задел, представляете? Да хватит за мной бегать. Нет, ну ты успокоишься, давай лучше подружимся. Нет, он мне еще успел ударить, ну получай тогда. Так, ты зомби решил посылать своих помощников? Так, ну я с ними справлюсь, да? Зомби. Так, он меня не видит? Или видит, не знаю, что там какой-то странный, вообще неразговорчивый, эти зомби попались. Ну получай. Что? Ну все, вы меня разозлили, вам всем конец, сейчас с одного удара вас всех. Да что ж такое-то? А! Так, кто там следующий? Кто следующий? Покажите мне его. Пам! Ты не ожидал? А! Не ожидал то, что я так могу? Да? Так, тихо, не прыгай на меня. Ух ты. А что это вы тут забыли? Так. Ой. Да куда ты разогнался-то? Так, ты опять на меня... А! Фух! Что? Ты как меня раздавил-то? Ты чего? Да я тут самый крутой-то. Ой. Так, нужно от него убегать.
А, да куда ж ты меня раздавил, ты негодяй огромный. Опля. Еще разок. Так. Ой, вот это я круто его, конечно. Ну все, конец тебе. Конец тебе! Победили ребята моего! Так, все, он взорвался. И мы прошли этих маленьких. Остались яйца зомби, ребята.